Уважаемые жители Большой Шатуры, Рошаля, Цусмира, других малых и больших наших поселков и деревень. Гуманитарная помощь доставлена. Находимся на передке. Значит, сейчас ребята передадут привет и слова благодарности. Большое спасибо, что оказали нам такую помощь. Мы в ней очень сильно нуждались. Всем спасибо большое. Работаем с вашей помощью. Следующий кто хочет что сказать? Всем привет. Спасибо. Скоро вернемся. Всем привет, мои друзья. Всем вернемся. Рошали, Шатуре. Будем стараться. Детям, жене, братьям, сестрам. Сейчас выдвигаемся еще в несколько адресов. И также будем выгружать дальше гуманитарную помощь. Еще раз говорю, конвой прибыл на место. Помощь доставлена адресно. Каждый получит то, что ему было передано в течение нескольких дней. Еще раз говорю, здесь большая семья, здесь принцип очень простой. Один за всех, и все за одного. Веру Господи, исповедую, я ходился во истину, Христос, Сын Бога живаго, пришед и мир грешные спасти, от них же первый, и смазки же веру. Это сие самое пречистое тело Твое, сие самое чистое кровь. Рошалец Александр, позывной дом. Значит, все посылки в течение 3-5 дней будут доставлены адресно на передок. Потому что сегодня мы несколько мест посетили на передке. К сожалению, линия соприкосновения порядка 70 километров. Поэтому ребята будут приходить, забирать. Всем еще раз говорю, родным и близким, все дойдет лично в адрес каждого. Саш, скажи. Да, постараемся все сделать.